жить. В правильном месте? В Европе и Америке очень популярен тренд развития пригородов. Города переполнены, пробки, дышать нечем, словом, не для комфортной жизни. Создавая наш проект, мы тщательно выбирали место. Район Сколково обладает всеми необходимыми преимуществами. Во-первых, транспортная доступность. Потом, конечно, неповторимый ландшафт Сколковского района. И самое главное – свежий воздух. Мы облагородили парк, сделали пешеходные дорожки, поставили указатели, лавочки. Гольф — это больше, чем спорт. Это настоящая философия жизни деловых людей. Наше гольф-поле — одно из лучших в Европе. К 2017 году на территории Сколково будет построен бизнес-парк. Бизнес-парк – это место вашей работы, а для ваших детей – Atlantic International School, школа искусств и школа управления Сколково. В Сколково есть все – кафе, рестораны, магазины, спортивные клубы. Комплекс «Сколково-парк» состоит из 6 клубных домов. Основная цель данного проекта заключалась именно в следовании тому прекрасному природному окружению, в котором он находится. Это пойма реки Сетунь, это сложные и красивые изгибы рельефа. Здесь есть небольшие студио, просторные квартиры для больших семей и популярные в Европе квартиры с собственным патио. The uniqueness of Skolkovo is that you have an opportunity to put parkland together with a business environment. Combining that with the blue chip companies that will come to the park, not only work there, but also live around it as well, you have an opportunity to create something really vibrant. Skolkovo Park and the Atlantic International School have developed a partnership with similar values and approach to business and education. У нас закрытая охраняемая территория, подземный паркинг с мойкой для автомобилей, круглосуточный консьерж-сервис и коммунальное обслуживание на высшем уровне. It will have this ability to live many, many years to the future and serve all the future generations that will come to it and actually enjoy being in the spaces. Я надеюсь, что этот комплекс ждет успех. Сколково парк в духе твоего времени.